с этой же позиции сделать передачу в штрафную, со штрафного, назначенного главным арбитром матча. И угловой. И снова Тимальчук у мяча. Подача в центр штрафной. Хороший удар. Гол! Вот прекрасно! Прекрасно! Вот футбольные чудеса! Андрей Гусин. По-моему, первый угловой в этом. Удар поворотом головой. Как говорил Николай Николаевич Озеров, головой и с головой. Прекрасный получился удар. И оборона сборной команды Дании. В наших составах.